Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, добрый-добрый ночи. У кого какое время, у кого какая страна. С вами снова я, ваша Вивьена, на канале Ведунья Вивьена. И вы знаете, что есть второй канал, похожей тематикой Вивьена, эзотерика и жизнь. И есть третий, о чудесах, о том, что происходит, ясновидение, прогнозы и предсказания, секреты света. Подписывайтесь, пожалуйста, на эти каналы, ставьте колокольчик темного цвета и будете получать уведомления. Мы говорим это всегда, потому что так требует YouTube, его правила. А я очень рада вашим донатам, вашим комментариям, вашим историям, которые вы пишете, и я все читаю. Пожалуйста, пишите комментарии. Рассказывайте о себе, потому что тут рассказать проще. И еще, если вы зашли на этот канал, то это не просто так. Это ангелы вам сказали: зайди, здесь тебе будет интересно. Здесь Вивьена своим голосом снимает с глаза негативы, депрессию. А сегодня у нас такой расклад. Он и вы. Ваш тайный разговор с ним. Вот чтобы было именно тайное, что вы друг другу сказали, потому что мы все время молчим. Мы не высказываем то, что у нас там внутри. И поэтому получается дисбаланс. Надо всегда разговаривать. Это главное. Это он, это вы. И давайте начнем сначала. Кому надо лично? Пожалуйста, обращайтесь. Мои контакты вот на экране. +9 95 593 36 95 44. Писать в Viber, WhatsApp, Telegram, только писать. А также в описании и в закрепленном комментарии. И давайте начнем, чтобы я не задевала камеру. Сначала мы сделаем характеристику, ну что у него на данный момент. Если вам подходит, то смотрите дальше. Расклад общий, поэтому смотреть его надо сначала до конца. Это обязательно. Не гневите силы. Если вы начали читать книгу и бросили, знаете, то силы этой книги и автора потом очень сильно ударят вас по голове. Человек сейчас какой-то силы. Давайте мы вот так вот уже уберем. Начнем смотреть. Что бы хотел, начнем с него, ты хотел сказать мне, дорогой. А он говорит прям сразу: я хочу тебе сказать, что да, я вот сопротивлялся любви или сопротивляюсь этой любви, сопротивляюсь, но я как маленький мальчик, я не понимаю. Мне очень хочется быть действительно маленьким мальчиком в шортиках красненьких. Я хочу тебе сказать, что у меня есть к тебе чувство, я тебя люблю. Прям сразу вышло. А что отвечаете вы ему? Ну, я сопротивляюсь этой любви. Я боюсь ее, это он говорит. А что вы хотите сказать ему? Другой колодец. Знаешь, у меня тоже к тебе есть чувства. Они не совсем остыли. У меня есть к тебе чувство, но ты же знаешь, что есть третьи лица. Вот он, Пандора, вот она, ведьма какая-то. Ведьма это, я просто говорю, чтобы вы поняли, гадюка. И ящик Пандоры они открыли. И я хочу тебе сказать, что нужно что-то нам с тобой вместе поменять, чтобы кто-то нам помог. Может быть, твой друг, может быть, мои кто-то. Чтобы нас посадили за стол переговоров. Но ты знаешь, что вот эти третьи лица открыли этот ящик Пандоры. Потому что тут не все так просто. У кого-то действительно будут магические воздействия. У кого-то будут просто противодействия, догмы там в семье, запреты какие-то. Что он на это говорит? А у него чувства есть. Что он на это вам говорит? Я тоже устал. Я устал, я сопротивляюсь. Вот такое ощущение, что меня тоже сломали. Я не знаю, как мне быть. Но здесь могу сказать, что сам мужчина очень любит
деньги, монеты, чтобы они как-то были у него. Я устал, что надо туда, надо сюда. Меня разорвали в разные стороны. Меня разорвали в эти разные стороны. Я уже устал. Я хочу тебе сказать об этом. Я не знаю, как сопротивляться. Надо туда деньги, надо сюда деньги, надо туда им, надо сюда им. Как будто меня раздирают внутри какие-то огромные щупальца. Что вы ему говорите на это? Ой, знаешь, когда ты появился в жизни у меня, обещал, что ты мне подаришь всю вселенную, все звезды, что унесешь меня куда-то, ты разговаривал, разжигал очаг нашей любви. Я верила. А теперь ты говоришь, что ты сопротивляешься, потому что много трудностей, потому что тебе нужны деньги на что-то, тебе нужно туда эти деньги, тебе нужно сюда эти деньги. А я, что он говорит вам? Ой, карта выпала, значит. Я больше не могу, я честно тебе говорю, я страдаю. Я устал, вот он действительно кому-то или отдает, может быть, у него кредиты есть, может быть, он кому-то отдает, может, алименты платит. Но здесь я действительно устал, я гоняюсь за этими деньгами, чтобы этим дать и вот этим дать, и вот это отдать. Но на самом деле я тебе хочу сказать, я сейчас очень страдаю. И когда я страдаю, я когда лежу, я представляю, как я с тобой разговариваю, и ты мне помогаешь. Но я не могу ничего выговорить. Что вы ему на это отвечаете? Ну ты же меня предал. Ты меня предал. Ты решил, что ты Бог, и меня предал. И меня предал. Предал меня одну бороться с этими змеюками, с этими проблемами. Ты меня просто предал. А теперь ты мне об этом всем говоришь? Ради денег предал, ради чего-то. Ты просто вот троянский конь. Ты меня так предал, я не ожидала. Что он отвечает вам? Да, я привык всегда сам куда-то все тащить. У меня уже сил нет тащить. И я не понял, что я люблю. Мне казалось, что это просто какие-то отношения. Я всегда боялся этой любви, потому что кроме этой любви, зачем эта любовь? Я всегда так считал, зачем эта любовь, когда есть просто секси-мекси, все нормально, у кого-то одни обязательства, у кого-то другие, все. А теперь я хочу тебе сказать, я хоть и не вижу, где эта наша чаша любви, но я не понимаю, что со мной, мне очень тяжело. Я хочу у тебя помощи, потому что я, как ты сказала, Бог. Я не Бог, конечно, но я так себя всегда вел. И мне очень тяжело, мне не хватает твоей силы, мне не хватает твоего света, любви. Что вы отвечаете ему? Ну, знаешь, ты выбирал правила, которые у тебя есть, которые тебе дали в семье, ответственности, обязанности, потому что тебе внушили, что нужно идти куда-то вперед, зарабатывать деньги любым путем, и что нужно всегда держать совет со своими близкими. А я кто? Я кто для тебя тогда? А ты говоришь, тебе тяжело, что ты могуйка, что ты не верил в любовь, а теперь у тебя там чего-то чувства заиграли. Может быть, они у тебя так же играют, как и раньше, внизу шарики. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Все. Я увидела, что ты живешь этими догмами, этими правилами. Ради монет ты можешь предать, вообще предать. Ради выгоды какой-то предать. Тут человек выгодник. Его так учили. Что он отвечает вам? Я уже не знаю, что мне делать. Я как весь закрытый, ну помоги мне. Здесь на человеке действительно есть какое-то воздействие. Может быть, у кого-то действительно правило. Ну помоги мне.
Да, я император, да, я человек. У кого-то он может быть несвободный. Девочки, смотрите по своей ситуации. Но я просто в блоке. Блок – это когда человек закрытый. Я просто в блоке, я вообще весь загорожен, я не знаю, куда я иду. У меня все внутри, все перевернулось. Я только сижу на троне, называется, а император-то голый, а король-то голый. Ну, что вы говорите ему на это? Знаешь, надоели эти обманы. Надоела эта игра с этой злой женщиной, которая еще какая-то. Надоела. Надоело чего-то рассуждать и надоело быть привязанной самой. Ты меня как распял. А теперь хочешь помощи, хочешь помощи, мне пока боль не прошла. Я не то что обижена, ты меня действительно чем-то предал. Не чем-то, она каждый знает, чем предал. И что отвечает он? А он все бежит. У него на самом деле главное это деньги, комфорт. У него сейчас не хватает, он кому-то должен или кому-то отдает. И поэтому, и вот он, видите, как говорит, ну да, на первом месте у меня материальное благополучие, комфорт. Теперь я понимаю, что это блеф, это не самое важное, что это иллюзия, за которой я всегда гнался. А что отвечаете вы? А вы говорите, знаешь, тебе судьба дала этот райский сад, а ты как маленький мальчик. Почему-то? Потому что на коня сесть трудно, а ты выбрал, что можно ехать на козле, потому что он низкий. А теперь ты валяешься и страдаешь, и мне тут плачешь якобы. Это тайный наш разговор, тот разговор, который мы с тобой вдвоем не можем совершить вместе, но это наши тайные мысли, и это тайные наши я. Что говорит он? Я могу тебе сказать, что бы ни было, ты для меня солнце. Сейчас я тоже как повешенный и тоже, как будто я продался за это злато и серебро. Но я хочу исполнения желаний с тобой. И знаешь, я где-то внутри, я не могу это сказать вслух. Я раскаиваюсь. Что говорите вы? Мы с тобой действительно были общей парой. И сожрали друг друга. Сожрали и сожрали. Каждый тянул к себе, что он главный. А главных в он и я нет. Он и я есть гармония и любовь. Вот такой был разговор.